Всем привет, с вами Ситифпро, и сегодня будем выживать в Майнкрафте Pocketedition 0.8.1. Ну что ж, это такая версия, которой, так сказать, можно ностальгировать, да. Это версия ностальгирования. Ну что ж, что первое я хочу сделать, это нарубить дров, то есть сломать несколько блоков дерева. Так, ну дерево у нас ломается так же, как и в новых версиях. Здесь, по идее, ничего старого. Точнее, ничего нового, я ошибаюсь. Так, все вроде... Ой, я ничего не поставил, но это не проблема. Мы можем сломать еще раз. И здесь, как видите, мы не можем включить вид от третьего лица. Здесь очень непривычный крафт, то есть он маленько другой. Ну, под словом маленько я означаю очень другой крафт. Вот, ну нет, как я говорю, скинов. Так что у нас будет только один стандартный скин, это Стив. Но с помощью блок-ланчера, как многие помнят, мы могли бы изменять наш скин, то есть загружать туда. Так, ну сейчас я сделал кирку, и давайте спустимся вниз, и там чего-нибудь накопаем. Так, и вот мы уже дошли до камня, который нам сейчас, по идее, ну, так сказать, нужен. Кстати, наверное, многие помнят, скины у нас появились с версии Майнкрафта 0.11.0. Так что, если кто-то сидел с версии Майнкрафта 0.8.1, то они очень долго ждали, когда появится смена скинов. Но я, если честно, тоже сидел на этой версии. Что ж, давайте теперь сделаем еще что-нибудь. Так, ну, наверное, сейчас сделаем топорик и меч. Так как я думаю, кирка нам больше не понадобится. Так, ну вообще, просто вот можно сказать, непривычно пользоваться этим крафтом, так как он очень старый, и система здесь совершенно другая. И здесь, в этой именно версии, есть камнерезка, которую у нас убрали в новой версии, да. Как я еще раз повторюсь, это настоящая ностальгия о старом Майнкрафте. Но у меня почему-то именно в этой версии случаются такие подфризывания. Ну, возможно, из-за того, что я скачал именно с определенного сайта, может, именно там были такие подлагивания. Ну, вы тоже скачаете и посмотрите с нами. Ну, там наверху была желтая цветочка, но, по идее, здесь тоже есть желтые цветочки, которые я сейчас хочу собрать. Так. Ну и, как видите, здесь очень другая текстура травы, ну и другая текстура некоторых блоков. Или некоторых блоков вообще просто нет. И здесь есть, так сказать, легендарные синие цветочки, которые у нас тоже убрали. Ну что ж, больше пойти сказать нечего, вот, и сделать нечего. Поэтому на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.